Я буду честен. Я скажу на все 100% честности своей, которая у меня только есть. Да, мы много проигрываем. Да, это очень сложная DLC. Да, я в некоторых поражениях виноват. Но буквально недавно мы сделали отличную победу, абсолютно не используя читы, вроде двух Данте с быстротой и мультиударами. Поэтому мы сегодня продолжим. Наша задача сейчас 25-й ранг согласия, 25-е возвышение. И мы идем. Мы начнем с обычного забега, а потом попробуем испытание эксперта. Вперед! Как музыка в заставке поезда называется? Доктор Моментум. Вот. Привет, Никовлет. Окей, чат хочет ставки. Окей, чат. Держите. Я вижу огарков с маленькой пустотой. Маленькой пустотой. Мы еще не играли в DLC. Да, так, маленькая пустота плюс... Плюс рыбы. Так, маленькая пустота с переплавкой. У нас есть огарковый носитель с угасанием и отходами. Две взрывчатки, два зодчих, ледяные копья. Очень-очень-очень хорошо. Ну, два зодчих со старта, это кайф. Маленькая пустота, наверное, один из самых моих слабых героев. Я очень плохо ей играю. Вообще, ужасно. Ну, да. Кому ж легко, а? Щупальца. При каждом накладывании дают плюс 2 к обморожению. Обморожение не пропадает. У меня сейчас вообще нет обморожения, но это же может быть очень сильно, да? Это может быть супер сильно. Будет ли это работать? Наверное. Надо брать на будущее. И что у нас есть для маленькой пустоты? Так, сейчас я попытаюсь вспомнить, как я играю. Окей, есть маленькая пустота на угасание, которая бафает союзников, дает им выгорание. Теперь. Быстрота, бесконечность, угасание плюс 20, плюс 1. Так, маленькая пустота на быстроту и бесконечность. Стой. Вечный огонь. Ее поменяли. Она раньше размер увеличивала, да? Вечный огонь был размер. А теперь быстрота. Я не схожу с ума. Я не сошел с ума. Быстроты не было явно. И было увеличение размера. Окей, это считается, что новый герой. 100% новый герой. И у меня рожки. О, пойдет на превьюшку. Все. Она дорожала? У нее увеличивался размер? Или она просто дорожала? Короче, пробуем новую. Баф союзников, это заманчиво? Блин, это очень заманчиво. Но пробуем ее. Пробуем новую пустоту. И я буду осколки очень сильно экономить. Я не буду набирать долбанные осколков. Я вместо этого возьму испытание. Так, значит, что мы делаем? Мы просто кидаем пустоту, она с быстротой делает килл, ее убивают. И она с бесконечностью снова ресается и каждый раз усиливается. По-моему, отличная вечеринка. По-моему, просто бомбовая вечеринка. И хоп, она снова сейчас пришла, да? Да. Класс. Как мы можем здесь достать этого коллекционера? Пустота всего лишь один место занимает. Сыграть так. Сыграть так.
Чуть-чуть не доставим до коллекционера. Коллекционер сбежал, но... По-моему, я правильно сыграл. Нет, надо было пустоту впереди ставить. Она бы сделала килл, потом бы ее убили. Эти двое потом бы они убили. Взрыв? Нет, все равно не делали килл. Ну, кому же слегка. Привет, Бас. Смотри, какая пустота классная. Знаете, что такое эта маленькая пустота? Сейчас вам расскажу, что такое эта маленькая пустота. Эта маленькая пустота, это отходы. Ну, не в том смысле, что она полный трэш. В том смысле, что эта маленькая пустота, это квинтэссенция отходов. Это то, как ты в теории хочешь играть отходами. Правильно? Потому что ты хочешь, чтобы отходы у тебя усиливались каждый ход. То есть ты хочешь, играешь отходов, они с быстротой атакуют противника, их убивают, ты их резаешь, они усиливаются. А отходы с автопереплавкой, да, это старый билд на отходов с автопереплавкой, только теперь они сделали из героя таким же. И главное, что у нее идет скорость встроенная, это супер сильно. Окей. Очень хорошо. Хорошее усиление, по-моему. Кайф. Большой фанат. Очень большой фанат вот этой маленькой пустоты. Я люблю очень билд на отходов, но его так сложно собрать. А вот теперь она... Да, теперь это герой такой. Хорошо, окей. У нас есть бесконечность. Так. Ну, посмотрим, что из этих трех карт нам подходит. Капли, удар фитилем, священные фитили. Ну, переплавка случайных бойцов с примитивной формой, я думаю, нам не нужна. Но из этого всего может быть полезно. Не знаю. Единственный минус, нет скашивания сминания. Ну, сейчас будем разбираться. Сейчас будем решать вопрос. Сейчас я попью воды, потом запью это кофе. О, полный комплект. И будем думать, чего мы придумаем в итоге. Фитиль точечный рез какой-нибудь может пригодиться, да? Окей, здесь заклинание либо моллюскомаг. Я не буду связываться с моллюскомагами. Уязвимость к чарам, спиральные кристаллы. У меня есть два зодчих. Типа почти то же самое, что спиральные кристаллы. Спирали не думая? Ну не знаю. Фитилем можно воскрешать эти взрывчатки как минимум. Почему? Спираль не думая, а не откачку энергии. Или вообще не скип? Потому что мы не очень через заклинания играем. А вот тут уже интересней, интересней. Так, сирена на мантру. Госпожа с выгоранием. И госпожа, которая с местью накладывает выгорание. Так, а вот танки подъехали. Эссенции. Эссенция госпожи переплавленных. Призыв дает 3 выгорания союзникам. Эссенция госпожи дома 15 плюс 15 плюс 30 и 3 выгорания. Вот это, конечно, круто было бы. И сирена на ярость. 35-45 выглядит хорошо. Не знаю. Точно? Хорошо ли выглядит? Госпожу дома на отходов. Их легко найти. Их сложно играть.
очень сложно играть. Давайте попробуем госпожу. Я пока что обычную возьму. Сейчас поищем бойцов. А вот и Силия. Силия пришла. Силия автопик здесь будет. Мы можем сделать Силию с выгоранием. С эссенцией. Силия, которая выгорает, и мы ее ресаем, да? Вау. Кайф. Силия отхода. Отходная Силия. Да денег нет нифига, чтобы мультики ей купить. Зачем Силию с выгоранием? Я не знаю, весело будет. Так, что здесь Силии можно повесить? Не особо чего. Так, знаете, чего мы можем сделать? Мы можем кинуть, например, угасание призыв двух бойцов отходов на вот этого чувака, который угасание 50 урона. Сделать такую очень сильную взрывчатку, которая взрывается, наносит урон и спавнит двух бойцов отходов. Стюардов лучше не делать так. Госпоже Силию? Госпожа будет только на одного бойца накладывать обморожение. Силия нужна для скашивания. Мне нравится идея мегабомбы. Мегабомба будет сильная. Но стоит ли она осколков? Не уверен. Но эта бомба одновременно и дамажит, и танкует хорошо. А три удара танкует, дамажит. Заманчиво. Сила магии пробивания. Можно зодчих поусиливать просто. Вот это будут зодчие, так зодчие. Проблема в том, что их сбрасывать вообще буквально нечем. Весь урон. Не рисковать пока, не трогать здесь просто ничего. Спокойно пройти следующий бой. И вот у меня здесь будут комбинации бойцов чуть-чуть подальше. Может, к этому моменту я что-нибудь наберу интересное. А? Наверное, это, наверное, неплохой план. Знаете что? Возьмем-ка мы больше испытаний здесь. Скашивание, ай-яй-яй. Мы не особо боимся скашивания, да? Возьмем лучше голды сейчас. Здравствуй, Силия. Так, у нас есть Силия, госпожа. Сердце получит урон, если я только не сыграю всех на верхнем этаже. Почему мне не сыграть всех на верхнем этаже? Я очень не хочу урона сердцем получать. А я думаю, мы выиграем и так. Короче, играем наверх. Да, не получать урон. Маленькую пустоту сюда, она сейчас начнет бафаться. Стюарда сюда, ему звездец стюарду, ну, кому сейчас легко, да? Даже если госпожу вынесут, нам пофигу. Здесь, как обычно, коллекционера не достать, но что, я виноват, что коллекционер спавнится не там, где нам нужно? Что я сделаю, если коллекционер какой-то у нас неправильный, а? Так, госпожа сгорает, но мы ее будем ресать. Да, взрывчатку. Да, маленькую пустоту. Переплавку стюарду.
никто не проходит, очень хорошо. Дальше мы кидаем сюда маленькую пустоту. Огарково носителя, взрывчатку, удар фитилем и стюарда. О! Всех сыграли. Маленькая пустота изи килл делает. Да, очень круто. Очень сильный билд. А вот и отходы, про которых мы говорили. Которых никогда не вытащить будет. Нужны они, нет? По им можно дать эссенцию госпожи. Будет много урона у них. Мы никогда не будем. А, мультик можно с них передать на госпожу, да, вы правы. Сделать их рабочими с переплавками и разгоном будет очень сложно. Но мультик с них отдать госпоже, это правда. Окей, каплепад. Спуск. Каплепад тоже хорош. Каплепад очень хорош. Да, берем пока что мультик. И вся магия у нас, наверное, будет скипаться. Мы магию очень мало будем играть. Так. Идем за бойцы или... Грейды на чары нужны. То есть мне желательно бы все примитивные переплавки все сделать бесплатными. Очень, очень, очень желательно. С другой стороны, апгрейды на бойцов нужны. Силе и нужна скорость. Здесь. Бесконечность. Госпоже нужна бесконечность или нет? Она типа танк у нас, да? Но ее лучше переплавлять, да? В теории ее лучше переплавлять. Взрывчатки, наверное, мне лучше просто рольнуть сейчас. Мультиудар. Мультиудар. Можно сделать госпожу со всеми мультиками, но мультик нужен силе больше. Окей? Силия с мультиком хороша. Очень хороша. 10 обморожения. Это, конечно, не весь урон, но... Это обморожение. С другой стороны, силе лучше скорость и урон просто, да? Наверное. Бафнуть ее нечем будет. Мультик это в каком-то смысле урон, да? Мы ее бафнем эссенцией.
урон ей бафнем от кого-нибудь. 5-5 выгорания я дам носителям Агарковым. Так, редкие бойцы, это не редкие бойцы, это редкие карты. Нам в идеале сминание мы хотим, да? Книжку на сминание, которой здесь нету. Есть болты? Болты хороши. Болты очень хороши. Damian First, привет. Талос Принципал. Вперед. Глоток кофе. Глоток боевого кофе. Итак. Силия, добро пожаловать на арену. Для Силию сейчас сыграю. Ее убьют. Ее не убьют, но она не пойдет туда, короче. Пойдет на второй этаж. Так, килл, все. Госпожу сюда, отлично. Работаем. И маленькая пустота здесь будет чисто танков помогать выносить. Госпожу будем ресать. Я могу маленькую пустоту бафать вот такими штуками. Ну не знаю, ну нужно нам или нет. Наверное, не особо, да? И болты пошли. Болты надо играть. Просто играй болты, лол. Даже если мы получим урон, болты того стоят. Кстати, забыл, что тут бегуны будут. И надо было на третий этаж Силию с госпожой играть. Норм. Так, так. Отлично, так. Теперь нам будет переплавить госпожу, а не вот это вот. Ну ладно, кому сейчас легко, типа. Триста урона нанесли. Сейчас мы еще боссу сольемся. Еще госпожу не переплавим. Маленькую пустоту сюда. А, нет, мы убиваем босса. Причем изи. Сколько забегов в трейне было? Первый. У тебя билд не через фиолетовые. Силия умрет на втором ходу божества, когда поймает все шипы своим мультиком. Чего предлагаете? Не играть, раз Силия умрет на второй ход божества. Священный зал убивает всех союзников. Переплавляет случайных бойцов на этом этаже, пока не превысит его размер. Окей, как это работает? Чего вот это значит? Я до сих пор не понял, как работает эта карта. Убивает всех, переплавляет, пока место есть. Для нас имеет смысл? И мы должны проверить, да? Я просто не врубаюсь. Рафиновый головорез, целофитка, сирена. Вот. Вот что мы дадим Силии. Вот урон для Силии. Или мантра для Силии. Силе нужен урон и скорость. Или может деньги нам зарабатывать? Все деньги. Дайте эссенцию на голду, да? Супер жадная Силе.
О, да. И размер нам вроде не нужен, энергия вроде не нужна. Берем добор, full добор билд. Умрем богатыми, да. Правильно. Ребят, вы прям мои мысли читаете. Помирать так... С бавлишком хотя бы. Окей, сюда. Умение угасания срабатывает еще раз. Вау! Подрезчик восковиков. Окей. Притормозите. Значит ли это, что моя маленькая пустота будет два раза получать баф? Да. Значит ли, что это автопикнул? О, да. Значит ли это, что у нас офигенный забег? О, да. Похоже, что мы начинаем тащить. Так, чего еще? Это уже жадность, окей? Это уже фулл жадность билд. Не надо. Так, итак, мы переплавляем. Сенсу. Переплавляем парафинового головореза, приносим в жертву. Даем его эссенцию силы. Теперь у силы есть урон. Так, что у нас еще есть? Сила магии на болты. Хо-хо-хо-хо. Имба-болты, да? Или болты надо улучшать после того, как они проапгрейдятся на фулл? Я не помню. Не помню. Да, по-моему, надо ждать, да? Так, сюда. Йоу. Йоу. А что если скомбинировать вот эту маленькую пустоту с вот этой маленькой пустотой? Что если добавить цвет пламени, а не вечный огонь? Мне надо подумать. Дарик Нарик, привет, спасибо тебе за... Спасибо за донат сердечком. Хей, Варлок, слышал про такую игрушку, как Stream Raiders? Нет, не слышал. Stream Raiders? Stream... Raiders? Игра для зрителей на Твиче. А, не знаю такого. Типа что-то для... На Твиче, чтобы играть, что ли? Окей, посмотрите сюда. Чат. Цвет пламени. Плюс 10 всем союзникам. С бесконечностью. То есть ты играешь госпожу Силию, и Силия получает 10 урона каждый ход. Насколько это круто. Ну и что выгорание? Так... У нас бесконечность. Ты каждый ход будешь ее играть. И она каждый ход будет давать силе выгорания. И выгорание будет накапливаться. Выгорание будет стакаться. Ну, хотя, правда, на боссах, да. На боссах там другой вопрос. Да, понимаю. На боссах может быть слив. Ну вот здесь вечный огонь будет плюс 80 получать к урону. Окей, вечный огонь будет убивать танков, я понимаю. Понимаю. Враги, не боссы, получают плюс 6 хп. Плюс 6 к урону, точнее. Укротители, танки. 150 голды я хочу. Я хочу 150 голды. Пробьем?
пробьем. У нас весь урон. Окей. Воу, какое оно большое. Неважно. Опять же, у нас весь урон. Окей, мы играем маленькую пустоту. Боньк. Она пока что слабенькая, но она усилится сейчас. Да, пошла Силия. Пошла госпожа. Пух. А взрывчатку сюда. И на следующий ход она взорвет этого мужика. Маленькая пустота. Добро пожаловать на вечеринку. 85 урона, маленькая пустота. Жесть. Мы даже сегодня ангелочка подстрелим. Невероятно. И да, мы не играем ничего лишнего. Выгорание на госпожу. И да, поехали. 165 урона. Откуда столько урона? Я не против. Мне нравится. Единственное, как у нас Силия будет. Ну, что-что, герой у нас суперсильный, это, конечно, ясно. Так. Ну что, тестим священные залы? Я потестю на этом этаже. Окей, играем в священные залы. Убирает всех союзников. Ага, и переплавляет просто твоих бойцов. Все, я понял. В общем, священные залы бесполезная для нас карта, потому что мы не хотим тут переплавку делать никакую. Так, мне нужно оставить место обязательно под эту. Фу, господи, у меня героя 325 урона. Я не знаю, хотя я мог бы здесь сделать. Что? Это что такое? А ну-ка, подождите. Прикольно. Что-то в этом есть. Что-то явно в этом есть. Да. Окей, священные залы — веселая карта. Я все еще не совсем понимаю, как она работает, но что-то в этом имеется. Она не скучная. Да. Думаете, на них недобиток нужно, на священные залы? Ну, в теории ты можешь всю свою пачку каждый раз переплавлять. Но они же все выгорание схватят, типа Силия. Тогда нечестивое пламя, по идее, не надо брать, да? Это, конечно, точечная переплавка, но... надо не набирать много карт, я думаю. Сок — кайф. Сок нам... массовое обморожение усиленное. Но нам сброс нужен, у нас сброса не хватает, поэтому сок зайдет. Окей. Идем веселиться дальше. Здесь артефакты, магазин артефактов. Но я хочу поапгрейдить магию сейчас. Прокачать. Одну секунду. Слушаем саундтреки к Некродансеру, кайфуем. Так, что у нас есть здесь? Сила магии поглощения. Ну это неплохо на ледяные копья накидывать, да? Так, снижение стоимости. Ну, я все переплавки в идеале хочу бесплатными. Может быть, священные залы дешевле надо сделать. Я, наверное, лучше переплавки бесплатные. Удаление поглощения нам не нужно. Ролл. Сила магии. Болты нужно, чтобы были финальная версия, да? Поэтому пока что просто назодчиво.
снижение стоимости. Сок тоже бесплатным неплохо сделать. Недобитку на залы вы хотите. А, давайте попробуем. Я не знаю, как это будет работать. Я не совсем понимаю, что мы будем с этим делать. Ну, попробуем. Золото рая, дар признательности, подлая кража. Нужна мне подлая кража. Я думаю, подлая кража, таргетовый урон. Я думаю, пригодится. Да. И если я на нее поставлю 30-ку силы магии, то ее можно как боевую карту нормальную использовать. Потому что у нас другого таргетового урона вообще нету. Никакого. Что насчет эссенций? Все-таки соединить вот этих двух ребят, да? Взрывчатку плюс взрывчатку. Точнее, вот эту взрывчатку присоединить к этой взрывчатке. Как вы думаете, чат? Или это бесполезная фигня? Похоже на бесполезную фигню, честно говоря. Мне не кажется, что это хорошая штука. Ну, мне еще надо 75 осколков. Здесь арт можно взять. Это 30 на двух артах. В конце вот еще комбинация. 25. 65. И кого-нибудь скопировать? Окей, я думаю, что 30 силы магии на кражу хорошо смотрится. Вот это вот соединение, ну, какое-то такое. Или копировать. Не знаю, нужна ли нам такая еще одна силия. Госпожу с отходами соединить? В смысле, кинуть баф госпожи на отходы? И играть отходов вместо госпожи как танка для силии, да? Что, в принципе, мы добавим 30 хп отходам. У них станет практически столько же с хп, сколько госпожи. Можно отдать баф отходов госпоже, но что если сделать наоборот? Мы экономим одно место, потому что отходы меньше места занимают. А, ну отходы не юниты, да, мы их не вытащим потом. Право. Да, отходы не бойцы. Да, это... Да. Окей. Тогда мы делаем в жертву отходов. Отдаем госпоже их эффект. Теперь у нас блатная госпожа. Подождите, а изначально мне нужно на что-то? Вроде нет. Поехали. Вперед. Артефакт. Танки и метательницы. Босс с мультиком.
полжадность билд. Так, мы не хотим стоять на первом этаже, да? Да, в теории. Да, мы хотим стоять на третьем этаже. А? На втором у меня все не влезут. Госпожа Силия наверх. Героя кинуть вниз, просто бафнуть ее здесь. Коллекционер, мы его поймаем сегодня. Ура. Ура, 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 ура. Госпожа? Ой. Маленькая пустота, делай килл танка. Подлую кражу сюда. Что мы еще делаем? Так. Да, на третьем наши нормально смотрятся. Гарания сюда. Продолжаем делать киллы. Так, так. Стюардов вообще не играем, чтобы они не занимали место под переплавку. Все взрывчатки в конце колоды. Зодчего? Да, сыграть зодчего. Изи килл. Они героя убивают и убивают, а герой живет и живет. У нас. И вот теперь мы играем все наши взрывчатки сюда вниз, да? И вражеский танк, наверное, пройдет сейчас. План такой, мы сюда ставим гарковый носитель. Я не понял, где моя? Священные залы что-то далеко где-то, а? Мы сюда играем гарковый носитель. Там маленькая пустота, так. О, нет, мисплей, надо было зодчего играть. Мисплей. Мисплей половины хп. Сердце. Герой живой? У меня герой выжил? Как она выжила? Она что, дура что ли? Зачем она выжила? Вау. Я реально вытащил руку в 4 стюарда, ага. Класс. Без шуток. Просто рука в 4 стюарда. Мы умерли, а? No comment. Просто no comment. Переплавка. Взрывчатка. Хорошо. Взрывчатка идет сюда. О, 400 урона по... Если я смогу иссушением скинуть зодчего, мы, наверное, затащим. Подождите, иссушение вообще здесь очень хорошо. Подлую кражу сюда. Так. Теперь так. Иссушение на него. Мы ему делаем килл. Отлично. Капец. Мисплейщик кто-то. О, рука мошенника как раз под моим мисплей. Добро пожаловать. Мы выжили. Сокрушительная смерть. Неплохо для нас. Фу, зуб титана. Зуб титана так хорош, масс урон. Есть копирование, артефакты, апгрейды на магию. Пещера. Я думаю, нам надо удалять карты, да? Вилка не помешает. Окей, удаление карт. Стюарды, идите отсюда. Нет, рука в 4 стюарда мне понравилась. Окей, я возьму здесь осколки. СП.
спасения в эскизах. Не то, что нам нужно, да? Я думаю, это не то, что нам нужно. Берем просто снижение цен. И копирование. А что копировать-то? Госпожу? Нет. Силию бесполезно без скорости. Болты мы никогда не играем. Гарквых носителей? Тоже как-то не очень. Иссушение кайф так-то. Конец игры, забега на носу, варлок 1. Полезный апгрейд на силе и классика. Ну, извините, что не наролили апгрейдов. Че, где мне апгрейды взять на силе надо было? Сейчас я тут в ладошке хлопну, выпадет быстрота для силе. Нет, не упало. Иссушение, мне кажется, что хорошая идея. Скопировать. Я думаю, что иссушение кайф. Оно очень сильное. Плюс у меня два молота и зуб титана. Госпожа мне будет стоить 15 осколков. У меня получится 95, и потом ничего не сделать. Да мы залы не можем сыграть. Для того, чтобы сыграть залы, нужно сначала бойцов сыграть, которых ты хочешь убить. Окей, рука. Рукой можно перекинуть то, что мы хотим сыграть на следующий ход. Например, болты. Сейчас я хочу сыграть маленькую пустоту. Бум, здесь точно килл. Я хочу в теории Сильвию внизу играть, но Сильвии нету. Этот бескрылый страж сейчас пройдет у меня до сердца. Я ничего не могу с этим сделать, потому что у меня нет бойцов. И чертовы стражницы прикрывают. Ну ладно, не очень-то. Не очень-то и хотелось, да? Я болты в него могу бросить, вот что я могу сделать. Так, удар фитилем, убить стражницу хотя бы. Не совсем. У меня теория. Так. Что здесь буду играть? Болты? Может быть. Нет, как я тогда сильнее не сыграю. То я не буду играть. Взрывчатку, да? Нет, болты я не буду играть. Окей. Смотрите, план. Играем Силию сюда вниз. Силию убивают. Играем вниз маленькую пустоту. Силию не убивают. Убивают госпожу. Все нормально. Так. Сушение сюда. Кто сыграет нам урон? Хорошо. Ледяные копья идут нафиг. Маленькая пустота есть, но она никак не может до него добраться. У него 13 урона. Он сейчас вынесет нам все сердце. Мне нужно играть болты наверху сейчас. Играть так. Теперь сюда болты. Которые все полетели в фейл. Естественно. Кто бы сомневался. Мы переплавляем госпожу вниз. Минус все хп, блин.
Я пытался остановить всеми способами. Там уже, знаешь, рандом, не рандом, уж как везет. Что ты сделаешь? И теперь у меня маленькая пустота наверху стоит, как дурочка. Чего ей по этому поводу сказать? Стоит и стоит, чего ко мне к ней пристали? Хочет, стоит. Нравится ей там. Сейчас мы ее переплавим, не волнуйтесь. Мы сейчас сделаем вот так вот. Вон там взрывчаток наплавили наверху. Сюда тоже взрывчатку. Поехали. Вперед. Снова залы пришли с недобиткой. Куда мне эти залы играть? Вот они переплавляют. Я могу сюда залы вниз сыграть. Но мне переплавит сюда госпожу и силию усиленных. У меня все будут с выгоранием. Что мне это даст? Не знаю. Могу вот сюда залы сыграть снова же опять. Опять же. Так-то прикольно смотрится. Посмотрите на эту движуху. Что-то в этом есть, а? Больше взрывчаток, богу взрывчаток. Все переплавки. Мне типа так вот и надо делать, да? Какие-то странные вещи. Странная тактика. Все странное. Странная эта переплавка. Странные эти священные залы. Маленькая пустота, стреляй в нее. Ну и чего? Госпожи нет, никого нет. Блин. Мне переплавлять госпожу наверх туда сразу? Или здесь играть священные залы сейчас? На маленькую пустоту. Надо было сначала священные залы, а потом ставить пустоту. Мисплей. Хороший мисплей большой. Все равно это, наверное, выгодно. О, да, намного лучше. 400 урона. Надо было еще подлую кражу. А, только на врагов можно играть. Так, и я играю то же самое здесь. Я играю здесь священные залы. О, господи. Я играю здесь священные залы, да? Но потом я не смогу маленькую пустоту поставить. А если я сначала ставлю маленькую пустоту, тогда я, если играю в священные залы, теряю маленькую пустоту. Окей. Не, ребят, короче, залы не работают, окей? Тут чего не говори, залы не работают. Мы, конечно, у нас... Идея прикольная, интересная, но... Но залы это не то, что нам нужно. И здесь я хочу сыграть болты. Потом пустоту. Ну, фейл-то мы убиваем, это понятно. Это ноль проблем. Я имею в виду на будущее. Зачем ты танчишь пустотой? Она танк. Воображай. Потому что она бессмертная, а Силю жалко. Или жалко, ребят. Чего вы? Пустота бафается от залов, но пустота, когда ты играешь залы, она не наносит свой урон. Понимаете? Я бесконечность нужна мне. Наверное, на что-нибудь можно сыграть бесконечность. Надо мне агарковое соглашение. Бесконечность на кого? Наверное, не на кого, да?
моей пустоты уже бесконечность есть. Все остальное мы хотим переплавлять. Скип. И... Не знаю, размер взять нужно или нет. Соображаю. С размером можно будет на втором этаже нормально играть. Меня хотя бы все будут влезать на втором этаже. Будет больше переплавляться. Так много золота, но мне нужно апгрейдить на бойцов здесь, поэтому за артефактами мы не едем. Окей, апгрейды, скорость, пожалуйста. А, мультики. Еще один мультик для госпожи. Госпожа, три мультика. Очень мультиударная госпожа. Бесконечность. Ну, что я сделаю? В чем сила, брат? Госпожа сила, брат. Скорости нету. Нам мы ролим только бесконечность, мультики. То у госпожи, да. Может, госпоже дать мульт? Ага, пойдем в пещеру посмотрим, да? Получаемые карты. Мрак, огарки пробужденных. Опять же, мрак, мы ищем книжку. Блин, карта на место тоже хорошо. По книжку не нашли на сминание. Окей, апгрейды на героя. Да, угасание плюс 60, плюс 3. Или... Цвет пламени. Окей. Что все-таки насчет цвета пламени... И этого. Что насчет света пламени и священных залов? Йоу. Священные залы. Нет? Чё нет-то? Как мы... Ребят, как мы будем убивать бойцов вражеских? Допустим, у меня маленькая пустота бьет на 1000. У меня идет пачка 4 попугая по 300 хп и 50 урона с мультиком. Маленькая пустота убивает одного попугая. Что делают 3 остальных попугая? Они идут к тебе к сердцу, заходят в комнату с сердцем и такие. И все. Убивают твое сердце. По-моему, здесь бонус не такой уж большой. А вот эта штука будет бафать всю мою пачку. Мы уже не найдем сминания. Мы уже все ивенты нашли, где можно было найти сминания. Что делает Силия с выгоранием на боссе? Убивает его очень быстро. Окей, знаете что? Доверьтесь мне. Боньк, верьте мне, чат. Отбросьте сомнения. Вы должны доверять. Пустите руль. Дайте я порулю. Окей, у меня есть план. Есть план. Я собираюсь его придерживаться. Так. Еще раз. Апгрейды на бойцов. Ну, госпоже, выгорания больше не надо. Все эти выгорания можно давать моим взрывчаткам. Изи. Для Силии этот апгрейд не подходит, бесконечность. Мы хотим сейчас очистить колоду. Мне нужно минус стюарты делать, чтобы они не ресались. Я сейчас все деньги потрачу, короче. Минус стюарты. Минус все копья не апгрейдженные. Вам очень не понравится, что я тут сделаю.
Окей. Я знаю, удаление карты за 200 голды, окей. По-моему, это нам нужно. Копья трэш. Может, окей, может быть, за 200 голды я не буду удалять. У нас будет комбинация чар. Комбинацию можно делать или проапгрейдить, или взять артефакт. А у меня еще будет два удаления тут, если я не буду делать копии. Мы сюда пойдем, значит, апгрейды на заклинания мы делать не будем. Я хочу проапгрейдить эти болты на пробивание и два раза снизить им стоимость, например, потом. С другой стороны, релики. Кайф. На бойцов врага при входе два обморожения, которые не два, а четыре обморожения. Или ошеломление. Капризный вентиль мы не рассматриваем. Чё клапан-то? Клапан, чтобы зодчих и субтитана играть? Не-е-е. Клапан весь добор. Я возьму мороз. Ну, это комбо, как минимум. Окей, поехали. Смотрите, у меня план готов. Окей, я не беру 400 голды здесь. Или беру? Беру. Радость. Смотрите, как это будет работать. Короче, что мы делаем? Переплавку скинуть на следующий ход. Что мы сейчас будем делать? Демонстрация. Мы не ставимся на первый этаж, мы ставимся на второй этаж. Сюда становится госпожа. Сюда становится Силия. К ним всем будет становиться маленькая пустота. Она будет всех бафать. Смотрите, как она офигенно будет их бафать. Ну, пока что она сюда встанет, чтобы сама бафнулась. Вот. Самоистязание я сейчас сыграю. Да. Играем маленькую пустоту, она всех бафает. Фу, все киллы делаем. Класс, да? А вы не верили мне. Теперь я... Кроме всего прочего, играю еще и взрывчатку сюда. Бум, которая еще сильнее всех бафает. И это мы убираем. Ангелочка, подстреливаем. Изи золото и сок. Не знаю, нужен мне сок? Честно говоря, не нужен пока что. Сок нужен на босса. Я балласт намеренно отложил, окей? Это надо сбросить. Опять же, сюда играем наш урон. Вот, здесь все продумано. Так. Плюс. Вот так. Маленькую пустоту не убили. Всегда маленькую пустоту надо впереди ставить, если ты хочешь ее убить. Мисплей, мисплей, мисплей. И еще раз мисплей, окей. Я взрывчатку наверх сыграю. Она на следующий ход выгорит. Добьет этого мужика, который проходит. Плюс иссушение. Боньк. О, мороз, отлично. Пустоту надо не мисплеить. Ладно. Давайте не будем мисплеить пустоту больше. Смотрите, хоть урон появился у госпожи и всей фигни. Я могу на них даже священные залы сыграть, да? Я сыграю сейчас священные залы, мне всю вот эту движуху переплавит. И у них настакается еще больше выгорания. Вроде логично. У меня есть болты. Кражу можно сыграть тоже.
По-моему, не стоит. Лучше кражу вниз сюда сыграть. Вот это убрать, не получать урон. Ну, вы говорите, что выгорание слетит. Че оно слетит-то? Это вперед, это сюда. Выгорание остается только от переплавки? Нет. У них вон выгорание 14, встроенное желтым бафом. Значит, оно останется. Да? Слетит? Плохо. Я не думал, что это так работает. Неважно. Мы сейчас выгорание силиям подкинем всяким. Потом мы сделаем тут переплавку. Еще одну переплавку. Оп. Хоп. 1100 урона боссу. Что насчет такой вечеринки? Вот. А вы говорите, easy kill, самый изичный kill за всю историю человечества. 400 золота, как с куста. Клубы дыма. Хо-хо-хо, так. А вот теперь у нас есть клубы дыма. Итак, что мы можем сделать? Пустоту играть, она умирает. А все остальные могут сидеть под клубами дыма, правильно? И мы недобитку на них найдем. И дамажить. И бафаться. И весь урон наносить. Я думаю, это наш план. Так, это все скипаем, у нас много карт очень. Так, 95 осколков. Нужно 5 осколков еще. Блин, ну как я сделаю апгрейды на пустоту, если мне нужно... Так. Почему у нас вы говорите, что сокрушительная смерть на недобитке? Лучше. Сокрушительная смерть может убивать мне других бойцов. Убивает случайного союзника. Не факт, что она будет убивать пустоту. Почему она автоматом убивает героя? Кто это сказал? Если одна пустота на этаже... Но она тогда никого не бафает! У нас будет дым, то быстрота не нужна, вы правы. Будет дым, быстрота не нужна. Здесь удаление есть. Дым стоит 2 энергии. Да, но мы его сделаем дешевле, если пойдем налево. Пойдем на магию апгрейды делать. Окей. Okay. Удвоение, повышение цены. 4 незаметности. Можно даже без недобитки. Просто 4 незаметности, да? Дорого? Блин, круто. Так, а что за арты?
Воду мы купим, наверное. Посмотрим. Может быть, вот так и скопировать клубы? Без всяких этих. Да, просто сделаем вот так. Наверное. Ну-ка, 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 здесь. Цепочка чар есть. Магия пробивания. Сенсы мы трогать не будем. Цепочка чар. Цепочку чар на сокрушительную смерть поставить. Минусовать врагов каждый ход. Цепочку чар. И на нее недобитку. Но это 3 энергии будет стоить. Я хочу на клубы удвоения. Ладно. Я хочу снижение стоимости. На них же, наверное. Да. Потом мы их скопируем. Сила магии поглощения идет на копье. Ну, типа удалили копье. Теперь ролим. Мерзлота. Мерзлота. У нас сброс есть. Мерзлота будет плохо работать. Тогда мерзлоту на какой-нибудь. На то, что сбрасывается. На зодчего, например. Что, сила магии. Сила магии на этого зодчего. Снижение стоимости. На болты, чтобы хотя бы когда-нибудь их играть, да? Или на сокрушительную смерть. Окей, и осталось почти 700 голды. Копировать, я думаю, клубы. Точно воду берем. Ролл. Ищем имбу. В конце хода накладывает заморозку на случайную карту в руке. Это очень неплохо. Уязвимость чарам не нужна. Ну вот эту штуку покупаем, да? Заморозку. И остается только удаление карты. Это нам не нужно. Сейчас, одну секунду. Я сбегаю в ванную комнату. Смотрите, чтобы никто наши релики не украл. Спасибо, чат. Хорошая работа. Окей, можно удалить одно копье или одну переплавку.
копьем можно отстреливать попугаев наверху. Переплавок столько не нужно. Миссия выполнена. Все золото потрачено. Здесь мы сделаем... Так, цепочка чары все-таки. На сокрушительную смерть. За две энергии минус два противника. Нехило. Да. И это играть... Ну, потом мы будем стоять на втором этаже, не на первом. Так, что у нас за Серафим? Атакующий Серафим. Я только сейчас понял, что это дерущийся Серафим. Пошел отсюда вон, ты козлина. Ладно, что нам не нужно на первый ход? Болты. Болты мы не сыграем. Мы хотим играть всех своих на этот этаж. Соответственно, сюда призму. Играем пустоту. Силию. Отлично. Карковый носитель нужен или нет? Или я сейчас сыграю сюда носителя? Это будет величайший мисплей в истории человечества. Я ставлю его. Пустота его бафает. Нет, у меня остается место. А у него сбор, да. Точно. Нет, это мы не делаем. Окей. Тогда агаркового носителя сюда. Даст нам килл. А боссу мы накидываем сок. Пустота приехала. Мы не сыграем болты. Все еще сбрасываем болты. Окей, пустота. Госпожа. Госпожа, добро пожаловать. Пустота, добро пожаловать. Отлично, все. Выполняем миссию. Блин, они пустоту не убивают. Ну ничего страшного, ну и хорошо. Подгул кражу вот так вот. А, подожди. Мне нужно делать вот это. Короче, мне нужно, чтобы у меня умирало. Болты я сейчас сыграю? Нет. Мне нужно, чтобы у меня пустота умирала. О. А что теперь меня всех убивают? Как они это делают? Пустота делает килл, а они потом всех убивают. Ага, мне нужно, чтобы здесь не было пустоты, и я мог сыграть клубы. Для чего клубы, собственно, и были взяты. Ну, вместо этого, конечно же, единственный ход, когда мне пришли все мои клубы, это единственный ход, когда у меня пустота была живая. Она случайно выжила в прошлый ход. Потому что... Пошел я нафиг. Да? Да. Если я сейчас сыграю клубы, как я убью пустоту? Так. Вот, собственно, нет скорости насилия. Сокрушающая смерть может убить мне силию там или что-то такое. Если я поставлю взрывчатку. Да. Взрывчатка делает килл. Ты делаешь килл. По-моему, взрывчатка здесь правильный плей. А, у нас же носители есть, да. Точно. Вот его сюда. О. Во. Вот. Вот что нам нужно. Только я теперь не могу ничего этого сыграть. Ну, а вот зачем была взята сокрушительная смерть с этой, с цепочкой чар. Кстати.
Все, вот теперь норм. Теперь я играю. Теперь я играю сюда клубы дыма и пустоту. Вот. Вот теперь это работает. Ура. Ура, товарищи. Наконец-то. Опять мне клубы здесь не сыграть. Окей, клубы дыма, может быть, не идеальная идея была. Ладно. Клубы дыма могли быть лучше. Я их все-таки постоянно играть не могу. Когда они нужны, их нету. Пустота сюда. Урон есть. Дар фитилем сюда. Плавку сюда. Да. Так, осушение. Бум. Хорошо. Ну, рукой можно скидывать клубы, да, если нам они нужны на следующий ход выправо. Вы правы. Вот сейчас клубы играются. Играется пустота. Отлично. И клубы, и пустота. Все. Все играются успешно. Урона здесь, конечно, мало. Ничего не могу сказать. Мы божество, я думаю, вряд ли убьем. Очень-очень маленькие шансы на божестве. У нас просто нет урона, который нам нужен. Вообще нету. Нам вот эта сокрушительная смерть на недобитке нужна, чтобы это затащить. И да. А. Да, теперь плавим, что ли, всех наших подрывников. Будет весело. Если бы взял плюс 120 урона пустоте, урон был бы по одному противнику. Если бы у пустоты не было не 400 урона сейчас, а там 5000 урона, то это бы все равно был урон по одному противнику, а не по всем. Тутуру. Тутуру. Вот, хитрохром. Хотя бы хитрохром. Вот, меня понимает. Мы сражаемся, мы до божества дошли. Спасибо большое, хитрохром, тебе за 100 битцев. Огромное тебе спасибо за поддержку. Благодарю. Тутуру. Наконец-то. Кто-то пришел меня защищать. Чат тут все сегодня все лучше меня знает. Вообще все. Мы можем выиграть. Нам нужно не смисплеить сейчас. Окей? Просто не мисплеем. Идем за победой. Спокойно. Да. Медленно, размеренно, постепенно. Окей. Первый ход. Что мы хотим? Я не думаю, что мы хотим играть на первом этаже. Всю нашу движуху. Хотя на первом этаже божество само по себе меньше всего урона наносит. Но все равно, мне кажется, второй лучше. Второй ход лучше. Если играть на первом этаже, больше ходов на то, чтобы... А, ну если мы играем на первом этаже... Так. Мы сейчас можем сыграть на первом этаже. На первом сминании.
Ну, ничего страшного, будет госпожу пробивать. Ну, а здесь две атаки. На втором меньше места. Нам места и не нужно, да? Наверное, делаем второй этаж. Не изобретаем велосипед. Но если у нас будут проходить только танки вражеские, то нам удобнее убивать их на втором, на третьем. А, играем второй этаж. Вроде работало. Не изобретаем велосипеды. Окей. Из оставшихся двух карт я хочу сыграть удар фитилем на... Подождите. Да, удар фитилем на наш массовый урон. Или на госпожу удар фитилем, потому что... Нет, на массовый урон. Примитивную форму я просто сыграю, чтобы зуб титана заморозился на следующий ход. Отлично. Так, то из этого на следующий ход мне нужно будет? Формы примитивные. Здесь играем призму, расширяем место. Играем сюда маленькую пустоту. Стоп, у нас нету в руке сейчас никаких этих заморозок и всего остального. Так, смотрим первый этаж. Хочу ли я играть зуб титана? Потому что второй этаж мы зачищаем. Отлично, бывший первый этаж. Я могу сыграть подлую кражу, примитивную форму, агарковый носитель. Могу зуб титана сюда вниз, например. Наверх зуб. Сюда? Сюда зуб титана? Носитель. Ну, кстати, да, чтобы эти госпожа не получила урона. Большой мозг, чат, молодцы. Тогда зуб титана я могу вниз кидануть. Или лучше его оставить под сброс. Здесь защита от чары мантра. Лучше, наверное, подлой кражей хилку убить. Но хилку нет смысла. По-моему, лучше вообще ничего не играть. Сыграть примитивную форму, чтобы осталось, и подлую кражу вдруг заморозит. Отлично. Вот. Пускай под заморозку будет. Так, хорошо, хорошо, хорошо. О, сколько всего. Примитивных форм нам столько не нужно. Дальше. Продолжаем в том же духе. Маленькая пустота готова. Выходит в бой. Бум. Вышла в бой, очень хорошо. Так. Ну тут сейчас движуха уже пошла. Госпожи сейчас 6 хп останется. Но мы можем то же самое сделать. Рез и агарковый носитель сюда. С тем же смыслом, как и в прошлый раз. Мы просто выносим полную пачку. Госпожа бафается, и эти ребята бафаются, и типа все работает. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, я все еще не вытащил ни одних клубов. Потому что жизнь боль. А я хочу слить два копья здесь, которые на поглощение. И иссушение можно накидывать, начать на божество стакать, да? Чтобы в итоге, когда дойдет до финального боя, божество было с рогами. Клубы пришли. Ура. Ура, ура, ура. Клубы. Вот наш план. Начинаем применять. Клубы. Вперед. Клубы автоплей, не думаю. Играем клубы. Играем маленькую пустоту. Бум, бум. Клубы сыграны. Пустота сыграна. Проходит один бескрылый страж. Кто позволил? Какая собака разрешила стражу пройти? Взрывчатку наверх, чтобы она его добила, да? Сокрушение убивает босса? Да, ну, нет. Написано «за исключением боссов». Окей. Убивает случайного врага за исключением боссов. А, вот этого босса.
Ну давайте... А, ну он же боссом не считается здесь. Да, это вот этот босс. Я понял, вот этого. Ну, кстати, да. Оп. Да, работает. Убила. Да, это бог, а это... Изи. Короче, кайф. Хорошая работа, чат. Опять же, огромный мозг. И мы сыграем взрыв вплавления наверх. А, его же убьет божество. Мисплей. Окей, первый мисплей пошел. Но у нас есть еще одно сокрушительное этот с ликвидацией. Сокрушение есть. Так, мы не будем в болты играть. Мы будем еще играть клубы. Потому что нужно много клубов. Еще одну маленькую пустоту сюда. Окей. Ты никуда не идешь. Ты у меня ловишь сокрушительную смерть. Или вплавление на него сыграть. Не тратить на него сокрушительную смерть на заморозке, да? Да, это лучше. Сокрушительная смерть на заморозке еще может пригодиться. Так, снова болты не будут играться. По-моему. Так, здесь все отлично. Этот этаж не трогаем. Работает, не трогай. Так, здесь чего? Я могу закрушительной смерти накидать. Я могу два иссушения кинуть на божество. Вот это, наверное, хорошая идея, да? А еще у меня есть вот эти священные залы замечательные, которые можно наверх кинуть. Просто для дамаги божеству. Давайте так и сделаем. Сейчас мы сделаем сокрушающую смерть вниз. Теперь я сыграю наверх священные залы. Это будет чисто дэмэдж для божества. То есть будет хороший урон. Ну, не на этот ход, но на следующий. И два иссушения на божество, чтобы отдебафать его на будущее. Стакаем. 6 сока на стакана. Что божество сок с себя не снимает. Оно снимает с себя заморозку. Но не сок. Болты, как обычно. Болты, как всегда. Кстати, обратите внимание, если бы я не взял маленькой пустоте баф хп союзников, у меня бы уже давно все тут от шипов попадали. Так, что пустота слит. Мисплей клубов дыма. Мисплей клубов дыма. Мисплей. Я поспешил. Надо было сначала клубы сыграть. Ну, что тут скажешь. Тогда священные залы наверх снова. Это мало урона божеству. Я думал, урона будет больше. Окей, спокойно, надо не паниковать. Надо было босса вообще убить. Чего я вражеского босса не убил? Не босса, а вот этого мужика. А потому что я знал, что его тут изи добьют. Изи килл. No problem. Окей, вот этот этаж это какой-то трэш, не надо его так делать. Или играть, продолжать там священные залы, я не знаю, плохая идея, наверное. Но здесь все в порядке. Работает, не трогаю, да? Зуб вниз? Да не нужен сюда зуб вниз. Наши ребята вынесут эту пачку изи. Посмотрим, сколько урона будет. 240 урона, уже получше. Подлую кражу можно сыграть. Не знаю зачем. Мы дамажим самого. Окей, осталась одна волна до божества. Так.
Финальная волна. Здесь мы хотим маленькую пустоту. Желательно, чтобы она выжила. Мы уже не очень хотим ее убивать, да? Мы хотим, чтобы маленькая пустота жила. Но, естественно, у меня теперь это нету невидимости. У меня есть все карты, кроме двух клубов дыма. Надо убивать сейчас. Так, пустоту будут бить, потому что эти чуваки под невидимостью. Сейчас можно убить божество. А сейчас можно убить пустоту. А нужно ли? Нужно ли мне ее сейчас убивать? Я ее хочу как-нибудь защитить. Как я ее защищу? Не знаю. Как-нибудь. Магией. Она вернется? Может быть. Она не умрет. Она выживает, чат. Окей. Я думаю, мы можем зуб титана вниз сыграть. Кражу только на врагов можно играть. На своих нельзя. Окей. Мы убили божество. Окей, мы выиграли. Я не знаю, что произошло, но мы, короче, выиграли, я ничего не трогаю. Руки от клавиатуры. Все нормально. Я не знаю как. И все равно. О, вы это сделали. О, да. О, детка. Наконец-то мы затащили. Что я могу сказать? Это будет круто. Это было круто. Это было очень круто. Да, я... я не ожидал. Ну... кто бы мог подумать, что маленькая пустота такая сильная? Ну, йоу, это новая маленькая пустота. Она бафнутая, во-первых. С быстротой, с бесконечностью, со всей фигней. А во-вторых... во-вторых, да. Ну, слушайте, мы собрали хорошую, сильную колоду. По-моему, очень хорошо. Очень хорошо сыграли. А были те? Были те, кто не верил. Были те, кто сомневался. Но сегодня первая победа за Агарков. Первая, можно сказать, полноценная победа на божестве сегодня без использования гиммик и каких-то ивентов, еще чего-то. Мы выиграли в первый раз обычной колодой, грубо говоря, без Данте, без там бесконечного похищения вражеских бойцов и так далее. Это была нормальная колода. Ну, у нас были релики, ну, стандартный релик восковиков, это ничего-то там уникальное. Не ивентом мы выиграли. Маленькая пустота очень хороша. Супер хороша. Кайф. Что мы открыли? 15 этих рубашек для карт из-за победы. В общем, да, очень кайфово. Можно отпраздновать съеб финик. Я думаю, мы сделаем еще один забег. Потом пойдем в арендодателя.
сейчас челлендж какой-нибудь сделаем. У нас серия побед, йоу. Кстати. Чат, серия побед. Две победы подряд на 25-м возвышении на божестве. Время винстрика. Может быть, тогда и не испытание? Черт. Так, а я теперь винстрик ломать не хочу. Что делать? Чат, испытания считаются в винстрик или нет?